Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня будем готовить филе куриного бедра на шпажках. Вот какие продукты нам понадобятся для приготовления. Аппетитное, очень сочное, полезное и вкусное бедро на шпажках у нас сегодня получилось. Я его запекла на гриле, но также можно пожарить на сковороде или запечь в духовке. Обязательно попробуйте приготовить, а еще подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!